Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие препараты защиты растений не стоит покупать, как отличить подделку от оригинала и на что обращать внимание при покупке этих самых препаратов защиты растений. На съемку этого видео меня сподвигли две вещи. Сначала я сама искала один фунгицид и нашла на упаковке определенную странную для меня информацию. И второе, это вопрос в комментариях от одного из моих подписчиков, Сергея Дмитриева, который спросил тоже про определенный препарат, о нем мы будем сегодня разговаривать. Производство Беларуси, спросил мое мнение. Поскольку я проживаю в Беларуси, с таким препаратом оказалась совершенно незнакома, мало того, я никогда о нем даже не слышала, я стала искать информацию. Ну и что я нашла, я вам сегодня покажу и расскажу. Итак, первый препарат, о котором пойдет речь, это препарат Каприотоп. Этот препарат выпускает фирма BASF, фирма, которая специализируется на защите растений. И вот когда я стала искать этот самый Каприотоп, я нашла, где он продается, правда, не в Беларуси, и обратила внимание на упаковку. А на упаковке я вам уже немножко рассказывала про это в другом видео. Я нашла информацию, что этот самый Каприотоп произведен в Беларуси. И упоминаний у фирмы BASF совершенно не было, что, в общем-то, странно. Ну, а теперь покажу более подробно, что я нашла и на что обратила внимание. Для удобства будем смотреть прямо с компьютера. Значит, препарат Каприотоп, действующее вещество. И указано Белреахим. Причем, смотрите, интернет плоховато работает, но тот же Каприотоп, тот же Белреахим, но уже немножко другая картинка. И прошу обратить ваше внимание на то, как написано здесь вот эти слова. А теперь мы идем на официальный сайт Белреахима и смотрим, что же у них есть. Вот он наш Белреахим. Мы потом еще будем обращать внимание на его логотип. И посмотрите, что пишет сама эта компания. Реализуют товары только на территории РБ, собственное производство, регулятор роста растений ИПИН и удобрительные смеси серии Эффект. Все. Никаких Каприотоп, ничего другого Белреахим не производит. Но к этому мы еще вернемся. Теперь мы идем на сайт официального производителя, это BASF. И я вам говорила, обратите внимание, как написано слово Каприотоп. Кабрио, зарегистрированный товарный знак, топ. Именно так. И вот она картинка, которая должна быть на упаковке. А теперь смотрите, еще один Каприотоп, на этот раз от Greenbelt. Да, логотипчик. Но при этом почему-то написано «Белорусское самое мое». Опять же, обращаем внимание на то, как написано слово Каприотоп. Мы помним, что у BASF вот это R было вот здесь. И идем на сайт компании Greenbelt. У них, конечно, есть вот такой логотип. Есть логотип и вот такой зелененький. Мы уже не будем сравнивать форму лучника, хотя, наверное, можно сравнить. Цвета разные. Цвета в логотипах на упаковках используются такие, как у производителя. Если он использует разные цвета, темно-зеленый и светло-зеленый. А здесь у нас, ну, что-то вроде есть, но странненько немножко. Ладно, дело не в том. А дело в том, что белорусское самое мое, но компания российская. Вот она. Причем здесь Беларусь. Ну, а теперь переходим к спасателям. Вот такой препарат, который якобы обалденно работает. Тут и инсектицид, и фунгицид. В общем, работает все. Если мы посмотрим на действующее вещество, к Белреахиму мы еще вернемся. Вот эти вещи, ацетамиприд и фипронил, вот это инсектициды. Вот я увеличу, чтобы вам лучше было видно. Заметьте, здесь почему-то про фунгициды ничего особо не написано. Ну ладно, у меня есть оборотная сторона вот этой упаковки. И вот она, оборотная сторона.
Здесь написано тоже, какой суперпрепарат, действующие вещества, то, что мы видели на лицевой стороне, и фосфорно-калийное удобрение с фунгицидным эффектом. Ну, фосфорно-калийное удобрение, конечно, может оказывать определенный, ну, не то что фунгицидный эффект, некоторые эффекты, которые стимулируют иммунитет растения, но никак не может служить именно активным средством защиты растений. И теперь обращаем внимание, я не знаю, насколько вам будет видно, но здесь написано расфасовано ОАО Белреахит, то есть последняя буква Т. Напомню, в Беларуси. Но такой компании, как Белреахит, в Беларуси нету. Мы идем на сайт Белреахима. И последняя буква здесь М. Ну, а вот это вот то, что они производят. Опять же, видны обращения идут, и практически на каждой странице они указывают, что в целях безопасности, пожалуйста, остерегайтесь подделок. И здесь, если обратить внимание на логотип, сейчас мы будем переключаться, то вот эта буква последняя, вот здесь М, а вот здесь у нас Т. То есть на самом деле очень грубая подделка, ну так как когда-то были Рейбок, Боссес, ну и прочее. Но это не единственный спасатель, который я нашла. Есть еще вот такой. Спасатель, виноград, кустарники, новинка, Белрос Агросервис. В этой упаковке есть оборотная сторона, она более информативна. А здесь у нас все указано, тоже какие действующие вещества, что тут есть. Ну, в принципе, то же самое, что и в предыдущем спасателе. И реквизиты. Сейчас специально увеличу, чтобы вам было видно. ООО Белрос Агросервис. Идем на сайт Белрос Агросервиса. Вот он их официальный сайт. И обращаем внимание. Форма собственности. СООО. Здесь у нас ООО. Адрес Гомель. Но на самом деле Белрос Агросервис находится в Минске. В остальных городах у них представительство. И, конечно же, адрес совершенно не совпадает. Более того, обратите внимание, электронная почта. Везде это agro.by. Видите, Псков, офис, Гомель и так далее. Здесь же указано Белрос Агросервис, rambler.ru. Ни одна уважающая себя компания крупная не будет заводить почту на rambler.ru. У них есть свои внутренние почты. И это только очень маленькая часть препаратов, которые я смогла вот так вот найти и детально просмотреть по ним информацию. На самом деле вот с логотипом Белреахим препаратов я встретила несколько вот только по картинкам, хотя он их не производит. Тот же Белрос Агросервис, он вообще больше специализируется на технике, но никак не на таких вещах. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Если вы покупаете какие-то препараты, будьте внимательны, изучайте информацию у производителя. Конечно, покупайте в проверенных местах, в больших крупных магазинах. Ну, я не знаю тоже в разных странах, насколько там кто крупный. Я знаю, что у нас, например, есть сеть магазинов семена, где поступает точно оригинальная продукция. Есть государственные магазины, где тоже поступает только оригинальная, нормальная, проверенная продукция. Все, что продается участников, конечно, есть хорошие частники, которые дорожат своей репутацией и которые покупают только качественно проверенные препараты. Ну, а кто-то может покупать вот такое вот непонятно что, даже не из злого умысла, а потому что человек об этом просто не знает. Поэтому изучайте информацию. Касательно препаратов, которые произведены в Беларуси, не поленитесь, зайдите на сайт, который указан в качестве производителя, и посмотрите, посмотрите те же реквизиты, посмотрите название. Ну, это легко.
Это легко можно проверить. Что касательно других препаратов, вот я вам показала кабриотоп от Greenbelt. Почему нигде не упоминается БАСП как оригинатор? Это зарегистрированный товарный знак. Ну вот, там в названии R стоит с одной стороны, там с другой. Тут Россия, тут Беларусь, как-то очень странно. Поэтому проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте. Зайдите на сайты официальных производителей, посмотрите, какие могут быть упаковки, логотипы и как пишется, и как правильно пишется хотя бы само название. В принципе, большинство препаратов защиты растений, системных препаратов, производит три компании: Syngenta, BASF и Август. Ну, может быть, кто-то еще, просто кого я здесь не встречаю, но вот это вот три, которых я точно знаю. Зайдите на их сайт, почитайте у них информацию, посмотрите, и тогда уже берите эти препараты в магазинах. Ну, конечно, если кто-то из вас сталкивался с какими-то вот такими поддельными препаратами, поделитесь своим опытом в комментариях. Со своей стороны, желаю вам никогда не сталкиваться с подделками. Ну а я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!